Усадьба Гребнева вновь принимает гостей, становясь популярной ивент-площадкой городского округа Щелково. Все выходные здесь шумела осенняя фермерская ярмарка. В числе первых посетителей глава городского округа Андрей Булгаков и министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. А в числе участников предпринимателей из регионов Центральной России есть и наши. На ярмарке представлены уникальные сорта сыра от более чем трех десятков производителей. Домашний мед, соленые и маринованные грибы, сушеные ягоды и фрукты, ремесленный хлеб и сладости, национальные напитки, квас и медовуха, чай с травами, сало. Не только купить, но и попробовать на месте можно было колбасы и мясные деликатесы, в том числе весьма экзотические. Это колбаса из медведя с зеленым перцем. Это колбаса из медведя с домашним сыром, вот с таким вот мягким. Медведя-то где взяли? У нас в Новгороде свое лесохозяйство. Великий Новгород. Новгородское. Да. Понятно. Это колбаски из лося с розмарином, из кабана дикого с яблочком с домашним, из медвежатины с брусничкой. В торговых рядах были представлены и народные художественные промыслы, гончарные, деревянные изделия. Глава округа без покупки тоже не ушел, а заодно и новых друзей нашел. Все три дня работы ярмарки гостей встречал владелец усадьбы Гребнева Андрей Ковалев. Третий год он восстанавливает усадебный комплекс. В этом году благоустроил территорию. Здесь проложены дорожки, построена деревянная набережная с причалом на Барском пруду, установлены беседки. Так что посетители ярмарки имели возможность насладиться прогулкой на свежем воздухе, проникнуться духом возрождающейся старины. А такие ярмарки в усадьбе обещают стать регулярными. Цены хорошие, товары вкусные, качественные, все есть вообще. И я, вы знаете, подумал, что в следующем году мы будем делать такие каждые выходные ярмарки, чтобы люди уже знали, артисты будут выступать, можно и купить, и поесть, перекусить, какие-то развлечения побольше сделаем детские. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.